В Дербенте состоялась церемония открытия центра «Мой бизнес». В этом учреждении предприниматели смогут бесплатно получить услуги, необходимые для открытия нового бизнеса. Подобные центры созданы во всех объектах России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В торжественной церемонии открытия участвовал глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Он отметил, что открытие бизнес-центра – знаковое событие для города. Этим событием мы очередной раз показываем, что наши двери для бизнеса всегда открыты, и мы в любую ситуацию готовы всегда их поддержать. Сам центр «Мой бизнес» – это место, это площадка, где предприниматели могут получить консультацию по всем мерам государственной поддержки, а также образовательные и информационные услуги. То есть, придя сюда к нам, вы можете открыть не только свое новое дело, но и также улучшить уже действующий свой бизнес. Центр «Мой бизнес» – это площадка, где предприниматели могут получить консультацию по всем мерам господдержки, а также образовательные и информационные услуги. Получить помощь могут как новички, так и уже действующие бизнесмены.